Бокер Тов. Доброе утро, дорогие друзья. Давно не виделись. Мы продолжаем наше изучение Торы. И сегодня, после праздника Песах, у нас снова недельная глава Ахарей. В книге Сефер Хинух написано, что в главе Ахарей 28 заповедей. Из них две повелительных заповеди и 26 запретов. Повелительная заповедь о порядке службы в Йом-Кипур. Значит, написано в книге Сефер ха-Хинух, что если Всевышний не будет 2-3 года убирать наши грехи, может немножко больше пишется, то мир перестанет существовать. И Всевышний для этого назначил день, когда он снимает все наши грехи. Особенно хорошо, если мы в этот день раскаиваемся, читаем специальные молитвы Бедуй и выполняем заповеди Йом-Кипура, пост. Мы это знаем. Значит, как проходила служба в Йом-Кипур? Написано, что первосвященник должен прийти в храм с быком молодым для жертвы грехоочистительной и с бараном для всесожжения. Кроме этого, он еще дополнительно приносит в жертву козла, которого сжигают на внешнем жертвеннике храма. И еще одна жертва, как так называемый козел отпущения, который идет человеком в пустыню и сбрасывает его со скалы. Козел для Азазеля. Значит, и написано, что если первосвященник совершит какую-то ошибку, согрешит, то он должен принести быка в жертву всесожжения. Мы это с вами читали в главе Ваикра. Необычное жертвоприношение, и первосвященник берет этого быка, режет его, и берет его кровь, и вносит само святилище в храм, и брызгает в сторону завесы. 7 раз, 1 раз вверх и 6 раз вниз, потом подходит к жертвеннику для ароматных воскурений к золотому жертвеннику, обмазывает рога жертвенника и основную кровь выливает у основания жертвенника всесожжения во дворе, а жировые части вынимает из быка, сжигает, а всю тушу с нечистотами, даже со шкурой сжигает вне стана, в месте выброса пепла. И написано, что если всеобщество согрешит, Сангедрин, суд, совершит какую-то ошибку, то написано в главе Ваикра, что он такого же быка приносит, по такому же закону он также приносит быка, чтобы снять этот грех. А в этой главе написано, что Йом-Кипур за первосвященника приносится бык, а за все общество козел. Это немножко удивительно. Казалось бы, Сангедрин тоже должен был бык, но Всевышний сказал козла принести. И не все мы можем понять разумно. Может быть, там написано, что если Сангедрин допустит ошибку, тогда приносит. А в данном случае, даже если не допустил, все равно приносит его козла. Возможно, в данном случае Сангедрин приносит козла и... Он приносит только потому, что Тора сказала. Ошибку в данном случае не совершал. Это возможно. Точно я не знаю ответа на этот вопрос. Урок был дан за поднятие души моего папы Якоба Нахум, моего дяди Владимира Бен Григория, моего брата Павел Бен Ефим,
Хаям Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, память Юрий бен Харитон, Мендель бен Мендель, здоровье Светлана бат Клара, Гитл бат Мирьям, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Берн бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгения бен Берта, Евгения бат Ита, Ицхак Шимон бен Вейла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям, за хороший дух Арона Ребен, Двойра, Днис бен Ахум, Авигаль бат Сара. И пусть закончится страшная война. Записывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.